есть Маск нам не нужен. Нам нет. Белорусские генералы решили бросить вызов мировым технологическим гигантам. С гордостью они объявили о создании аналога Starlink, спутниковой системы связи, получившей название «Кулиса». Заявление прозвучало громко, намекая, что даже Илону Маску стоит насторожиться. То есть Маск нам не нужен? Нам нет. Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал так, бесплатно? Так, ну, не бесплатно, но за очень маленький. Ну, понятно. Но не за миллиарды долларов? Никак нет. То есть Маск нам не нужен? Нам нет. Имеющимся с ресурсом и способностью... Ну, это все... система работает по принципу Starlink, да? Так точно. Значит, возможности по предоставлению услуг связи здесь, помимо всего, предоставляется удаленный доступ к сети интернет. Чтобы было простыми словами, где-то в Минске точка доступа интернет, она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда и через роутер Wi-Fi раздает этот интернет. Однако реальность оказалась куда менее впечатляющей. Секрет кулисы раскрылся быстро. В ее основе оказалось гражданское коммуникационное оборудование, дополненное устройством аппаратно-программного IP-шифрования, приток ША. Попытка зашифровать передачи оказалась единственным военным элементом, но и тут технологии далеки от уровня Starlink. Также показана и схема всего этого комплекса кулиса, или МКСТ, который на деле лишь набор стандартного сетевого оборудования. Антенна в виде обычной тарелки для связи с очевидно коммерческими телекоммуникационными спутниками до старлиночной эры с компонентами, явно приобретенными на просторах AliExpress. Такие существовали в 2000-х годах и сейчас забываются как раз из-за появления Starlink. О том, что Starlink — это не о терминале, а о более чем 6000 спутниках на орбите, которые и обеспечивают его работу по всему цивилизованному миру, в Беларуси стараются не упоминать, так как он на этой территории не работает. Главный пробел в концепции кулисы – отсутствие собственной спутниковой инфраструктуры. Пока Starlink гордится своими спутниками на орбите, обеспечивающими глобальное покрытие, кулиса подключается к старым коммерческим спутникам, разработанным еще в начале 2000-х. Это делает белорусскую систему более ретро-гаджетом, нежели революционным прорывом. Таким образом, если кому и стоит волноваться, так это маркетплейсом, где производители сетевого оборудования могли ощутить внезапный всплеск заказов. Пока кулиса остается лишь символом амбициозности, но не как технологии будущего. Вместо конкуренции с Илоном Маском, белорусским разработчикам стоит уделить больше внимания созданию собственной спутниковой программы. Благодарим за просмотр, ваши лайки и комментарии. Будьте в курсе новинок вооружения.